Казахстанские предприниматели пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов. В рамках взаимодействия с Китаем установлено занижение таможенной стоимости товара в 22 раза. А сумма неисполненных налоговых обязательств составила десятки миллионов тенге. Помимо Поднебесной, на сегодняшний день комитетом заключены международные договоры по обмене информацией с Азербайджаном, Грузией, Украиной, Узбекистаном, Ираном, Туркменистаном и Турцией. К примеру, декларантам импортированы люстры в 11 тысяч долларов, но мы через своих коллег с Китайской Народной Республики, таможенной службы, узнали ряд сведений о том, что декларантам была занижена таможенная стоимость 22 раза, тогда как он заявил в декларации 240 тысяч долларов.